Об Юрме будет вспомин, налиты бусел клёкотом, и той старый овшал, и ты, что лёг ля вёса клёкотом. Об Юрме боют сказки сны, открыли нашу выставу, присвеченную 100-годзю заканчэння Першай сусветнай войны. Чаму менавіта гэтай песней? Словы да гэтай песні Янка Купала напісаў менавіта ў 1918 годзе, у восень, у год заканчэння вось гэтай жахлівай войны, якая ўвайшла ў сусветную гісторыю як адна з самых жахлівых сторонак. У гэтай войне удзельнічалі больш за 40 дзяржаў, з агульнай колькасцю больш за 1,5 мільёна чалавек. І ў гэтай вайне загінула больш за 10 мільёнаў. Так саўпала, што гэта вайна закончылася 10 лістапада, а ў першыя дні лістапада і ў беларускім народным календары, і ў літоўскім календары азначаецца свята памяці продкаў. І вось гэта наша выстава, яна таксама як сімвал памяці. Памяці тым, хто загінуў у Першай сусветнай вайне. Шаноўныя сябры, дазвольце вам прадставіць нашых пачэсных гасцей. Саветнік па пытаннях культуры пасольства Рэспублікі Беларусь у Літоўскай Рэспубліцы Ірына Геннадзіевна Зубко. Я буду паглядаць. Марія Навасельская, кіраўнік міжнародных праектаў Інстытута ваеннай спадчыны Літвы. Юрый Вікторавіч Харын, аташэ па пытаннях абароны пасольства Рэспублікі Беларусь у Літоўскай Рэспубліцы. Спадарыня Ларыса, усе мы яе ведаем, як нашага школьнага псіхолага, але сёння яна тут у нас яшчэ як прэзідэнт згуртавання беларускіх грамадскіх арганізацый. Наша прэса. Газета «Абзор». Газета «Абзор». Старэйшы спецыяліст дэпартамента нацыянальных меншасцей Аўшра Шокайдзіна. І загадчык аддзела дэпартамента нацыянальных меншасцей пры ўрадзе Літоўскай Рэспублікі Раса Палюкеня. Таксама ёсць яшчэ адзін гость, не ведаю, хто гэта. Гость просто. Прадстаўце, калі ласка, гость. Сценарий включите, я скажу, да. Да, Юрий Геннадьевич, прошу.
Дякую, дорогие сябры, что сегодня вы с нами. И слово для открытия выставы я хочу передать Ирине Геннадьевне. Дякую, подарунок Яна. День добрый, поважанные учни, наставники, гости, сябры. Как сказала уже госпожа Диана, 11 ноября – это день завершения Первой мировой войны. Эта война была очень трагическим событием для всемирной истории. Очень много людей, более 10 миллионов, не только погибли, но и более 70 миллионов пострадали в этой войне. Через Беларусь война прошла такой очень серьезной раной. Почти от Постав и до Пинска, если вы представляете территорию Беларуси, проходил Западный фронт, линия фронта. Таким образом, с одной стороны, Беларусь оказалась под оккупацией, с другой стороны, это была линия фронта, где проходили боевые действия. Более 60 миллионов мирных жителей погибло в этой войне. Но самое страшное и ужасное – это было беженцы. Более 2 миллионов людей бежали в тыл, чтобы спастись от войны. Может быть, по сравнению с другими цифрами, это не так много, но на самом деле, если для сравнения привести ту же Бельгию, которая считается самой главной жертвой Первой мировой войны, ее потери составили около 70 миллионов человек. Беларусь, конечно же, является одной из самых пострадавших. Мы благодарны Институту военного наследия в Литве за то, что они поднимают этот вопрос, за то, что они дают нам урок памяти, за то, что они не дают забывать. И я, конечно же, с гордостью тоже могу сказать о том, что на территории Республики Беларусь память павших также очень высоко чтится. Мы сотрудничаем со многими немецкими фондами по восстановлению могил, по уборке территорий, по захоронению и по кладбищу. Поэтому всем понятно, что военные действия – это, конечно же, хуже всего жертвам. Воины погибают, но они такие же жертвы, как и мирные люди. Поэтому призываю всех к миру, к добру, к согласию. Спасибо. Слово предоставляется представнику головной организации, которая приложилась до этой выставы, Марине Васильевской. Спасибо, спасибо, что пришли. В первую очередь я хочу передать в дар гимназии 2 книги, посвященные Первой мировой войне. Это сборник докладов международной конференции при посылке Первой мировой войны. Спасибо. И монография «Западный щит Российской империи». А лично для посла Беларуси в Литве Александра Короля, автор книги «Беларусь в Первой мировой войне» с дарственной надписью, попросил передать, спасибо. Пожалуйста, Ирина, передайте послу. Спасибо большое. Основную миссию я выполнила, сейчас несколько слов. Сегодня мы открываем уникальную выставку, посвященную столетию завершения Первой мировой войны. И Литва, как и все страны Евросоюза, чтит и сохраняет память погибших, потому что именно с территории Литвы, которая в то время входила в состав Российской империи, началась Первая мировая война. Литва потеряла множество жителей, тысячи людей были эвакуированы вглубь России, большинство из них уже никогда не вернулись домой. Основные военные действия велись на территории Ковенской губернии. И на выставке вы можете увидеть открытие
отреставрированного памятника воинам, погибшим при защите Ковенской крепости в 1915 году. Памятник представляет собой три белых креста, и он символизирует собой тот факт, что в литовской земле покоятся люди разных стран, разных национальностей, разных вероисповеданий. В целом Литва обладает высокой культурой памяти, сохранения памяти воинов, и поэтому, как вы видите на фотографиях, во всех церемониях открытия памятников принимали участие представители власти Литвы, различных религиозных конфессий, общественных организаций, дипломаты. Также на выставке представлены фотографии с открытия мемориала неизвестному солдату, архивные фотоснимки захоронений. Все мы понимаем, что каждое обращение к этой теме, воспоминание о любой из войн прошедших, дает нам импульс и мотивацию для того, чтобы эта трагедия не повторилась больше никогда. Я хочу особо подчеркнуть, что средства для проведения инвентаризации захоронений выделялись правительством Литовской Республики в 2004 году. Потом же все работы по восстановлению памятников проводились при финансовой поддержке посольства России в Литве. Наш Институт военного наследия уже 18 лет занимается военно-историческим наследием, проводит архивную работу, исследовательскую, конференции, издает книги, выставки тематические проводит. И очень важно вот эту память о погибших сохранять и передавать через поколения. Именно поэтому мы проводим эту выставку в гимназии, чтобы молодежь понимала важность этой темы. В целом, основное я сказала, поэтому всех приглашаю к осмотру экспозиции. Почитайте внимательно, проникнитесь этой темой. Подумайте о том, что вот 11 ноября как раз исполнится 100 лет завершения Первой мировой войны. Основные мероприятия будут проходить в Париже, во Франции с участием глав государств более 80 стран мира. В Белорусской гимназии в Вильнюсе тоже проходят мероприятия, посвященные этой дате. Спасибо. Дякую, Великий. Можно спасти ее страдания, а уже сказать пару слов. Дякую усім. Вось так супало, что эта наша выстава, она распочалась как раз у первые дни листопада, коли иде вот это памінавенне продкаў. Таму дзякую вам вялікі усім за тое, што вы таксама далучыліся да гэтай вось такой акцыі памяці. Калі ласка, паглядзіце выставу. Я так себе посвоила.
Спасибо.